Казанском федеральном университете с 2012 года ведется преподавание в области химоинформатики. Тогда была создана первая в России магистратура по этой дисциплине. Впоследствии она получила статус магистратуры двойного диплома с университетом Страсбурга. Казанский университет подал заявку на программу Erasmus+, для того, чтобы создать европейскую программу по химоинформатике. Дело в том, что, получается, все эти вузы ведут преподавание в этой области, но имеются какие-то региональные особенности, какие-то у каждого из вузов есть свои наработки, свои методики преподавания и свои лучшие практики. Кроме того, мы обратили внимание Евросоюза, что у каждого вуза есть своя сильная сторона в отношении именно не только преподавания, а научной составляющей, например, в области химоинформатики. Скажем, у Казанского университета особенно сильная область информатики и химических реакций. Это вот наша специализация там. Участники программы будут иметь возможность обучаться в трех вузах консорциума. Для этого они должны будут сначала пройти отбор в программу, затем успешно сдать экзамены и поступить в магистратуру по химоинформатике в вузу участника консорциума. Поступивший, например, в магистратуру КФУ, участник проекта, должен будет год учиться в Казанском университете, а затем один семестр в Страсбургском университете и один семестр в выбранном вузе консорциума. Также отметим, что выпускник получит дипломы сразу двух университетов. Программа создана в том числе для того, чтобы мы обменивались этим опытом, который есть у каждого уже из университетов в преподавании в этой области, и за счет этого мы можем усилить те аспекты, которые у нас есть. В настоящее время идет процесс подписания многосторонних соглашений между университетами программы. Первых магистрантов планируется набрать уже в 2022 году. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.